комплекс у нас сегодня от проблем с спиной биомеханикой, любых проблем с позвоночником. Конечно, всегда хорошо обратиться к врачу, узнать, можно ли делать такие интенсивные комплексы, если у вас какие-то были проблемы с позвоночником. Но, в общем-то, хороший комплекс для реабилитации определенных проблем с этой областью. И мы будем выполнять первое упражнение 6 минут. Выполняется оно в быстром темпе, становится жарко в процессе упражнения. Этот комплекс очень хорош для путешественников, потому что, когда долго сидите в самолете, нужно перелетать из страны в страну и хорошо привести свою систему в какое-то такое состояние боевой готовности, утром хорошо позаниматься для вечернего рейса, и тогда уже легче переносится полет. У нас сегодня группа улетает в Москву в 13 часов, так что сегодня будет такой интенсивный комплекс для набора жизненной энергии, укрепления нервной системы, балансировки эндокринной системы, чтобы легче было перенести полет. И мы будем сидеть в позе по-турецки. И у нас будут находиться пальцы в замке переплетенные за шеей. Поворачиваемся корпусом налево, вдох, выдыхаем направо. Дальше корпус идет вперед, пытаемся лбом дотронуться до пола и потом отклоняемся назад как можно дальше. Влево-вправо, вперед-назад, влево-вправо, вперед-назад. Координировать вы сами можете свое дыхание. У меня получается так: вдох-выдох, вдох-выдох. И можем начинать, глаза могут быть закрыты. И выполняется это упражнение в быстром темпе.
последний раз. И теперь мы делаем упражнение, касаемся лбом пола, вдох наверх, выдох вниз, в быстром темпе. 2 минуты. Налаживает кровообращение в районе головного мозга. Хорошо для лица, от морщин это упражнение. Задерживаем дыхание, подтягиваем банхи, замки, держим. И выдыхаем. Хорошо? И переходим к следующему упражнению. Мы будем выполнять его на спине. И мы будем работать 2 минуты в быстром темпе, поднимать ноги определенным образом. И выполнять мы это упражнение будем... Не 2 минуты. Упражнение будем выполнять 1,5 минуты с огненным дыханием. Мы ложимся на спину и работаем ногами определенным образом. Руки вдоль туловища, ладони вниз. И в груди коленки наверх выпрямляются 90 градусов. И вниз, в груди, наверх и вниз. И огненное дыхание 1,5 минуты.
ноги идут под углом 90 градусов. Выдыхаем. Пальцы переплетаем за шею. И когда ноги идут наверх, локти тоже наверх идут. Ноги вниз и локти вниз. И мы работаем с огненным дыханием. Когда локти наверх, ноги наверх. Локти вниз и ноги вниз. И 1,5 минуты огненное дыхание. Держим дыхание, подтягиваем бандхи, замки, держим. И выдыхаем. И выходим из этого упражнения, будем переходить к следующему. И поскольку сзади обрыв и тяжело, поэтому мы немного переместим ракурс, чтобы было видно. Мы встаем, будем делать приседания. И выполняться приседания будут 2 минуты. Это очень хорошее упражнение, если делать его в быстром темпе, для детоксикации организма. Держим руки в замке за шеей. И мы не распускаем руки, встаем и садимся. 2 минуты в быстром темпе. Ноги у нас будут широко расставлены. Можем начинать. Пока я полетела наверх. Еще 60 секунд. Одно движение в секунду, одно приседание в секунду. Очень быстро. Сто 120 приседаний получается. За 2 минуты.
очень хорошо. Садимся. Становится холодно. Самое главное не простужаться, потому что тело в менее динамичных упражнениях начинает охлаждаться. И особенно если вы лежите в шавасане, не очень хорошо, особенно на улице, если вы находитесь, накрывать себя шалью или одеялом, или, по крайней мере, на статичные упражнения одевать какую-то кофту. И мы сидим в простой позе. Руки у нас будут находиться за спиной, за плечами, обратной стороной ладони, тыльной стороной ладони мы дотрагиваемся до спины. И мы будем делать повороты корпуса то влево, то вправо, развороты. Налево вдох, направо выдох. Вдох через нос, выдох через нос. На вдохе сад, на выдохе нам. Это упражнение очень хорошо для спинных дисков, для спинных позвонков. Дает определенную мобильность, эластичность, гибкости позвоночника. Так что мы будем работать в достаточно быстром темпе 2 минуты. Балансируются С1 и С7 спины позвонки. Можем начинать, если правильно делать упражнение, правильно положение рук поставить. Голова вместе с корпусом идет. Задерживаем дыхание, подтягиваем банки, замки, держим, грудь вперед, и выдыхаем. И очень хорошо, переходим к следующему упражнению. Мы остаемся сидеть в простой позе и будем делать упражнение что-то наподобие гребли. Мы вытягиваем руки вперед, захватываем что-то и тянем на себя и отклоняемся назад как можно дальше. И потом обратно, как можно дальше. И потом обратно тянемся вперед и на себя натягиваем груз и отклоняемся как можно дальше назад. Я пересяду таким образом, чтобы видно было, как я далеко прогибаюсь. И можем начинать 2 минуты. Что-то мы захватили и кулаки тянем на себя, назад как можно дальше, сзади обрыв. Я не буду рисковать под углом. И опять обратно вперед, кулаки не распускаем, и назад на себя тянем этот груз, и опять вперед, тянемся, и назад, и руки у нас параллельно земли будут идти, когда мы тянемся вперед, и работаем 2 минуты.
последний раз. Очень хорошо. Пальцы в кьян-мудре, на коленках, глаза закрыты. Сидим, как йоги, с концентрацией, точки между бровями, медитируем. Не шелохнемся. 30 секунд. Сидеть в этой же позиции, мы будем пропевать вслух монотонным голосом мантру Хар-Хар Вахи Гуру. И мантра — это блаженство мантра, потому что мы соединяемся с источником божественным. Хар-Хар — это бог в аспекте креатива, бог в динамическом аспекте. Вахи Гуру — да будет тот, кто несет нас от тьмы к свету, поднимает нас от тьмы к свету. Это может быть бог, это может быть гуру, учитель. И мы сидим с закрытыми глазами, вслух поем мантру 2 минуты 30 секунд. Каждое повторение мантры занимает 2 секунды. Хар-хар вахи гуру. 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 Глубокий вдох. Задерживаем дыхание на 18 секунд. Держим. И выдыхаем. Еще раз вдох. То же самое. Держим дыхание 18 секунд. Последний раз, глубокий вдох. Начинаем задержку дыхания на 18 секунд. Складываем руки в молитвенную позу и пожелаем всем всех благ, гармоничного пространства, где бы вы ни были, в другой стране, в путешествии, в самолете, у себя дома, с любимым человеком, в самом себе.
И по традиции кундалини-йоги мы всем пожелаем на английском «May the long time sunshine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on». Пожаловать в наши туры. Если есть интерес, нажимайте на кнопку «Туры», смотрите информацию, присоединяйтесь вместе с нами. Будете путешествовать, заниматься йогой. У нас сегодня последнее занятие в США, в Лос-Анджелесе. Тур закончился, и на будущее у нас Турция, Армения в 2011 году, и Израиль, Индия, Таиланд. Так что всех благ, саднам! Это находится за мной непосредственно, за ковриком, обрыв. И вот такая у нас панорама Санта-Моники. И бесконечность, океаны и небо. Саднам.